Всем привет! Вас приветствует агентство Нора Гая Ременкуль и я, Анастасия. Сегодня мы специально для вас приехали в район Тэджэ, чтобы снять очень хорошую, большую 2+1. Она действительно большая, 120 квадратных метров в районе Тэджэ. От моря 400 метров. Посмотрите, квартира находится на втором этаже. Море видно даже отсюда. Смотрите, какой красивый здесь пейзаж. Такая вот хорошая территория. В комплексе имеется спортивный зал, бассейн, площадка баскетбольная, две беседки. Там еще спереди, кстати, тоже есть хорошая зона для барбекю, детская площадка. И посмотрите, мечта, как говорится, всех наших. Смотрите, какая здесь огромная терраса. Вот действительно она огромная. Теперь давайте посмотрим саму квартиру. Здесь у нас большой, огромный, просторный и светлый зал. Смотрите, гостиная какая большая. Здесь у нас кухня. Кухня также очень хорошего качества, очень хороший проверенный застройщик. Искан уже получили давно. Комплекс сдался, ну, примерно 6 месяцев тому назад. Квартира продается как с мебелью, так и без мебели. Это как уже вам, как говорится, как душе удобно. Но от застройщика остается в подарок вот такая вот анкастра. Это тройка хорошего качества. Дом газифицирован. Посмотрите, какая просторная и светлая гостиная. С панорамными окнами. Море видно даже отсюда, грубо говоря, с коридора. Так, теперь давайте пройдем дальше. Здесь у нас широкий коридор, все комнаты раздельные, дверь металлическая, вот такая вот хорошая дверь, смотрите, какая красивая, хорошая металлическая дверь с тремя замками. Видеодомофон уже установлен. В данной квартире уже проведен свет. Споты уже подключенные. Также в коридоре имеется вот такой вот в прихожей гардеробный шкаф. Очень вместительный. Он встроенный. Так, теперь пройдем дальше. Здесь у нас большой санузел. Санузел тоже большой. В этой квартире все большое. Я вообще, я обожаю этого застройщика и вообще его квартиры. Имеется полотенцесушитель. Шкафчики. Двери хорошего качества. На полу лежит плитка. В коридоре также лежит плитка, в остальных во всех комнатах жилых и в гостиной лежит ламинат. Теперь проходим в родительскую комнату. Родительская комната у нас вот такая вот тоже не маленькая, очень большая, хорошая. Здесь у нас второй туалет. Это шкаф, здесь еще ставите дверцы, полочки можете дополнительно заказать. Вообще, это шкаф для постельного белья. И второй санузел. Второй санузел тоже не маленький, ну как бы это дополнительно, просто родительский, но и для такого санузла он не маленький, он хороший. Просто чтобы вы понимали, для меня всегда очень часто бывает такое, что я вижу квартиру, ну действительно маленькая, ну там даже, как говорится, развернуться негде, а здесь все идеально, как говорится, все как я люблю. Дальше. Здесь у нас небольшой балкончик. Место для стиральной машинки с этой стороны на балконе. Уже вот установлено, но вы сами свою будете. И посмотрите, какой потрясающий вид выходит из окна. Вид, получается, на поля и на горы. Вид, конечно, хороший. И для технического балкона это очень хороший балкон. Давайте, пошлите дальше. Теперь мы заходим в детскую комнату. Детская комната, ну, тоже для меня это вообще, это прямо, ну, идеал. Вот, она не маленькая, это не как балкончик, какие вот бывают, строят. Радиаторы уже везде установлены.
Вот смотрите, какая хорошая детская спальня. Смотрите, какая классная. Большая. Вид выходит также на горы. Здесь у нас подсобная комната. Многие делают из этой комнаты большую гардеробную. Но можно использовать просто как такое подсобное помещение, куда складывать все, что не нужно. Смотрите, какой хороший широкий коридор. Так, теперь давайте посмотрим сейчас, что у нас здесь. Здесь у нас получается два лифта. Никто никому не мешает. Здесь на площадке три квартиры, здесь именно. Комплекс газифицирован. Теперь давайте посмотрим, какой у них хороший лифт. Лифт такой вот красивый, золотой и не маленький. Общий лифт получается на 10 человек. И скан уже получен. Вот, смотрите. Ну вот и все, пойдемте теперь посмотрим саму территорию. Смотрите, какая вот сейчас я вышла из лифта. Здесь положена плитка. И посмотрите, какой здесь красивый холл. Вот действительно он красивый, он очень такой даже достойный. С этой стороны. Вот с этой стороны, посмотрите, очень большой. Просторный холл. А что у них подсветка есть? Здесь получается в каждом блоке по два лифта. С этим в блоке А два лифта и в блоке Б также два лифта. Общий в комплексе 4 лифта. Теперь пойдемте посмотрим саму территорию. UNITG уже выбрали. Здесь уже имеется человек, который управляющий. Это как бы комплексом. И вот такая хорошая просторная территория. В комплексе имеется вот зона для барбекю. Вот смотрите, инфраструктура комплекса. В комплексе имеется зона для барбекю. Здесь получается, вон, есть вода, мангал, беседка, вот где можно посидеть со всей семьей, отдохнуть. Детская площадка небольшая. Комплекс озеленен. Вот смотрите, деревца посадили, пальмочки посадили. Небольшая площадка. Тут у нас получается еще одна беседка. Теперь пойдемте посмотрим бассейн. На территории комплекса имеется два бассейна, один детский и взрослый. Взрослый тоже глубокий. Большой бассейн. Здесь получается душевая, переодевалка. Тут также вот беседочка. Можно прийти, посидеть, отдыхать. Такие красивые цветочки здесь растут. Баскетбольная площадка. Ну вот и все, мы закончили обзор нашей квартиры. Мы очень надеемся на то, что данная квартира вам понравилась. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. С вами было агентство Нора Гарри Минкуль. Всем пока-пока, до скорых встреч!